Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Я нахожусь в Ратино. Ратино празднует Пите 5 лет, как они открылись. Вот такое старое здание было автобусного вокзала. Все сломали и построили шопинг-центр. Ну и мимо Халанин пройти не смогла. Голова оторвалась просто у входа от этой красоты. Лаура Вита, французская фирма. Я много раз делаю обзоры с Халанин, но здесь она прямо у входа. Посмотрите, какая красота. Да, конечно, нужно иметь ноги, чтобы в таких босоножках красивых отходить. Я уже отказалась от каблуков много лет назад, но даже не покупая, показать, посмотреть, какая красота. Ну, это, конечно, фирма вот такая натуральная, 109 евро и так далее они стоят. И, конечно, как конфетки, это обувь, я думаю, на выпускные молодые девочки купят с удовольствием. Ну и, конечно, женщины плюс сайз, кто привык ходить на каблуках, с удовольствием купят тоже. Ну и посмотрите, какие симпатяги со шнурками, мне кажется, это новая модель. В прошлом году таких не было. Очень красивая эта фирма Лаура Вита. Ну, вот эту обувь покупают все и вся. Я про это говорю. Белые кроссовки или вапаян кенгат, как говорят финны. Они, конечно, всегда пользуются спросом. Ну и, конечно, натуральные должны быть, кожа. Подделок у нас не продается. Вся обувь, которые вы покупаете, чек нельзя выбрасывать. И здесь хороший пример. Написано, как кушлатуа из этого второго сорта, минус 30%. Да, сейчас наверняка много будет вот такого. Молодые девушки покупают на выпускной. Все вот так красиво стоит. И, конечно, цвета самые весенние, самые летние, самые красивые, что можно только душе вашей пожелать. Ну и Халанин, конечно, многоэтажный магазин. Здесь есть и мужское, и женское, и обувь. И все стоит вот так по отделам. И здесь у нас Ара. Конечно, Ара очень красивая обувь. И вот эту обувь сейчас рекламируют по телеку. Я когда увидела, я прямо остановила взгляд, думаю, о, надо вот это показать. Самый комфорт, самая красота. Посмотрите, какой задник. На лето эту обувь можно одевать, не наклоняясь. То есть вот эту ногу, когда ты пытаешься всунуть, вот эта обувь дает, по-фински написано «перексе». То есть здорово ее можно надеть. И вот эти я купила несколько пар. Одну я пару унесла на работу. И мне был написан комментарий: Оля, вы неправильно называете, это никакое не дуде, называются они по-другому. Я тогда сама обалдела. Вот действительно, владелец обувного магазина мне про эту обувь рассказал, и он сказал, что обувь называется вот так. Ну, ну здорово, что всегда кто-то напишет комментарий и поправит меня. Ну и, конечно, женщинам, у которых вот такая нога 42+, это всегда большая проблема купить красивую женственную обувь, а не так, что влезла. Поэтому в Финляндии есть целый отдел вот такой обуви 42+. И здесь до 43 размера и больше есть. И все стоит вот так красивенько по цветам. Ну и, конечно, из Халанинова я пошла прошвырнуться, что есть поснимать вам. Витрины оформлены уже на весну, на лето 2023. Я все прекрасно понимаю. Зима уже, как говорится, кончилась. Финал сейл во многих магазинах еще идет. Минус 70% только вышло из Каппахалла. И там был вот такой финал сейл 70%. Ну и здесь у нас Гант, витрина Ганда. Конечно, оформлена вот так, красивые цвета. Здесь у нас лаванда. Сразу хочется запеть. Ну и, конечно, мой сразу пошел в Гант посмотреть, есть ли какие-то скидки. И вышел просто, как говорится, с кислым лицом. Сказал, что
скидок на Ганда нет никаких. Ну, в принципе, мужчины покупают эти футболки за нормальные цены. Кто носит Ганд, они с удовольствием отдадут 100 евро за эту футболку. Они прекрасно понимают, что эта вещь натуральная и будет носиться. Ну и мимо такого я тоже пройти не могу. Народ, останавливайте кадр, делайте скриншот, если вас вот такое интересует, прицениться, посмотреть, что за цены. И в Финляндии самое смешное всегда, когда покупаете вот такое кольцо, нету описания, сколько кольцо весит. Только всегда какое-то описание камней и так далее. Но сколько весит грамм вот это кольцо, это большая всегда проблема. Очень нужно спрашивать, тогда они найдут описание и скажут, сколько кольцо весит. Обычно описание камней, но не сколько золота или белого золота, платины. В этом кольце используется тоже вот эта непонятная система. Ну и вот в этот магазин я захожу первый раз, народ, вы не поверите. Всегда прохожу мимо, и голова поворачивается, думаю, ой, ну как бы вот зайти, уж больно красивый магазин. Здесь раньше был магазин Сирпы, который закрылся в прошлом году, и открылся вот такой магазин дизайн. Здесь, конечно, есть все. Здесь у нас конторе Тарвикет для конторная какого-то, может быть, офиса и так далее. Здесь вот так все красивенько оформлено. Конечно, приветливые продавцы сразу у входа кричат, нужна ли вам помощь и так далее. 14,90. Все подушки, весь текстиль, вот то, что представлено здесь. Ну и, конечно, белье натуральное. Расцветок вы не увидите никаких вот таких веселеньких цветочек в полосочку и так далее. Все вот такое а-ля натурель. Но, с другой стороны, да, скандинавский стиль, все мы прекрасно понимаем. И много текстиля сейчас наверняка люди захотят прикупить. Кто-то будет открывать дачный сезон, кто-то будет открывать террасный сезон. Если еще холодная весна и люди будут сидеть грилить, конечно, вот такой пледик накинуть на ноги, это тоже здорово. И в прошлый раз я спрашиваю народ, расскажите, кто пользуется вот такой солью, которая цветная, переливается и черная, и розовая, и в крапинку, и в полосочку. И мне тогда написали, Оля, этой соли теперь большой выбор, нужно просто купить, попробовать и потом купить еще раз. Ну вот я не отважилась купить, но розовую соль у нас есть, а так я пользуюсь обыкновенной солью. Вот руки не доходят еще купить вот такую черную соль. Ну и, конечно, все наверняка они не успеют распродать. И помните, кто живет в Финляндии, после Юхануса, день Ивана, всегда в Финляндии большие скидки на все. И, конечно, если вот так прямо, как финны говорят, «эйо пакко ошта», можно после Юхануса купить гораздо дешевле. Ну и после этого магазина, конечно, мне хотелось пойти H&M в Home. Тоже он находится на этом же этаже. И вот при входе сразу я тоже вижу новинки. Ну, честно говорю, конечно, это стиль не мой. Я такое не покупаю, я такое не собираю. Но я прекрасно понимаю, что многие обожают смотреть, даже не покупая. Ну и просто, как говорится, вот для инфо, что продают, почем продают, в какой цветовой гамме продают, почему бы, как говорится, и нет. И мое удивление, посуды в этот раз, мне кажется, больше. В прошлом году, когда я снимала, был текстиль, салфетки и так далее. В этом году, вон, посмотрите, какие стаканы и под вино, и под воду, и кувшины, и чашки, и посуды, и тарелки и так далее. Конечно, посуды в этот раз, мне кажется, больше. Ну, может быть, просто она поставлена более, так знаете, не впритык, очень красиво поставлено. Ну и в этом магазине тоже продавцы сразу подходят, будьте любезны, Тарвико Апуа, вам нужно помочь и так далее. С удовольствием они тоже помогают. То есть во всех магазинах сейчас очень приветствуют, если какой-то покупатель приходит. Сейчас, конечно, вот такое маленькое затишье, еще нету вот такой весны, поэтому небольшое затишье. Ну и когда потеплеет, все рванут, это все мы прекрасно понимаем. Конечно, все магазины борются за покупателей. И мне нравится вот эта расцветка, я имею такие же
фужеры под вино, конечно, вот эта синяя, небесная синяя посуда нравится мне. Но опять же, я уже давно ничего не покупаю, не скупаю. Если мне что-то нужно, я всегда считаю до 10, а то и до 20, потому что очень много уже посуды стоит. А так, чтобы только вот, знаете, как говорится, купить от этой эйфории покупания, я уже таким не занимаюсь. Ну и в подарки тоже очень тяжело покупать, потому что у людей свой вкус, свой цвет, своя цветовая гамма. Принесешь, люди посмотрят и потом подумают: Господи помилуй, кому передарить. Вот это передаривание — это тоже всегда большая проблема. Если несешь в подарок, нужно знать на 100% человека вкус и в какой цветовой гамме у него его жилье, скажем так. Большое спасибо, что смотрели. Пожалуйста, напишите комментарий, пожалуйста, поставьте палец вверх. Если есть любители Финляндии, поделитесь этим видео. Ну и, конечно, смотрите следующее видео. Видео выходит каждое утро 6:00 по Финляндии. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампере, из Ратина. Всем физкульт-привет!